Увеличение конкуренции среди больниц за счет возможности выбора участкового врача. Такие изменения в системе здравоохранения Украины вступят в силу после внедрения медреформы, уверяют в объединении «Самопомич». Мы должны дать возможность людям выбирать самых качественных врачей, не навязывать им участкового врача, не навязывать им участковую больницу, чтобы человек мог определять сам, куда он может обратиться. Согласно закону о медреформе, зарплата врача будет зависеть от количества пациентов, качества медпомощи и снижения заболеваемости. Эти нововведения поддерживают интерны и студенты медуниверситета. Безусловно, необходимо финансировать работу врача. Если количество будет зависеть от количества пациентов, количества заработной платы, то, безусловно, работа будет намного эффективнее. В «Самопомощи» уверяют, изменения в системе здравоохранения приблизят украинскую медицину к европейской модели, которая и будет основой будущей медреформы. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».